Сезон в женском мини-футболе официально стартовал, причем на Нижегородской земле. Городец принимает первый этап Кубка России. В первом матче турнира встречались Орел ГУ КПРФ и Аврора, но забитых мячей эта встреча болельщикам не подарила – 0-0. Зато голевое пиршество уже во втором матче устроила Норманочка в соперниках Метеор – команда первой лиги из Подмосковья. С первых же секунд матча нижегородки взяли под контроль ход встречи и, забегая немного вперед, за все 40 игровых минут гостям удалось добраться до ворот Норманочки лишь пару раз. Разница в классе была заметна сразу, что и говорить, ведь наша команда – чемпион России. Уже на 5-й минуте Валерия Хлебосолова открыла счет, и тут как прорвало. На 7-й минуте отличаются Ирина Правдина и Юлия Нелюбова. Через пару секунд Хлебосолова, пропустившая большую часть прошлого сезона из-за травмы, оформляет дубль. А на 9-й минуте Мила Рожкова устанавливает итоговый счет первого тайма 5-0. Игра была неплохая. Первые смены, скорее всего, что был небольшой сумбур, потому что первая игра в сезоне всегда очень волнительна. Поэтому где-то, может быть, не сразу вошли так прям на это. Потом все успокоили, все нормально, один гол, два, и все, успокоилась игра. И понятное дело, что «Метеор» – это команда, которая ниже чуть-чуть классом, но они молодцы, они старались. Их приехало-то всего 7 или 8 человек, и им очень было тяжело, да? В отличие от нас, у нас было достаточно игроков. А вот второй тайм оказался результативнее ровно в два раза, и все мячи забили игроки «Норманочки». Юлия Титова, опытный капитан сборной Украины, усиливший состав нашей команды в межсезонье, делает дубль. Также по два мяча забили Зимирова и Садакова, по одному голу после перерыва записали на свой счет Правдина, Завьялова, Квасова и Наумова. Итоговый счет – разгромные 15-0. Задача была вкатиться в турнир, посмотреть, как мы себя чувствуем, как каждый игрок себя чувствует, провести большую ротацию, ну и по возможности попытаться забить какие-то голы. Чем больше, тем лучше. Так и получилось. У меня сегодня задача на игру была вкатиться, почувствовать паркет, почувствовать забитый гол в ворота соперника. Партнеры классные, говорим на языке футбола, поэтому каких-то там проблем не составило с ними играть. Мы поздравляем наших чемпионок с отличным стартом сезона и ждем побед в следующих матчах. Во втором туре «Норманочка» встретится с «Орлом», и результат этой встречи сильно повлияет на итоговый расклад турнирной таблицы. Денис Каримов, Михаил Городников. Время новостей.